Ну, наконец-то! Маугли, ты теперь совсем большой. У тебя теперь есть своя стая. Да, и прекрасная жена. И по такому случаю мы вас всех принимаем в нашу волчью стаю и берем под свою опеку. Ура! Это символ того, что вы теперь с нами. Я бы хотела сыграть. И мы чаще щелкаем. Это символ того, что вы теперь с нами. И мы вас приглашаем на ваше первое путешествие по нашим зимним джунглям. Что это? Это ребенок Яны и Максима! Как назовете ее родители? Мы назвали ее Аня. Отныне, Аня, планета Земля – твой дом. Вы поступили мудро, когда решили дать ей жизнь. Человеческие детеныши, рожденные в декабре, очень умны. В будущем она может стать великой личностью. Родители, воспитайте ее по законам вашей семьи. А чтобы было легче воспитывать, мы дарим вам шкуру Шерхана. Привет, большой лягушонок! Привет, прекрасная лягуха! Привет, маленький лягушонок! Так, иди сюда, большой лягух! Иди сюда, видишь? Это инструмент смеха. Ага. Вот, я его тебе дарю. И сейчас показываю, как с ним надо обращаться. Так, повторяй тогда, лягуха. Лягуха, повторяй. За мной движение. Я его сейчас движение. Вот так вот. О, блин! Ой, молодец! Маленькая принцесса, ты в безопасности до тех пор, пока твои родители охраняют тебя. А чтобы оберечь тебя от твоих маленьких коготочков, мы дарим тебе эти рукавички. Нет, с наступающим вас Новым годом! Я плыла с детьми! Помолчи, девочка! Ну как вам мой подарочек к Новому году? Хорошо? Хорошо! И еще один подарочек, чтобы помнили об этом дне. Давай, дари! Это я! Дари, дари, дари! Ой, спасибо, Снегурочка! Чтобы у вас глаза блестели, чтобы у вас все в жизни было хорошо. Ай. И фейерверк! Давайте к делу. Фейерверк! Фейерверк! Сердечки! Давай, пойдем. Да, пусть ваша дочка растет такой же красивой и умной, как